Вакцинация не прихоть медработников, а жизненная необходимость, так считает заведующая инфекционным отделением Карасайской районной больницы Саулия Барахбаева. За 30 лет работы врач-инфекционист сталкивалась со многими страшными болезнями, и с холерой, и с сибирской язвой, и теперь вот с COVID-19. Вакцинация считается достижением медицины 20 века. Благодаря вакцинации все инфекции стали управляемыми. Сейчас практически мы не встречаем больных с дифтерией, с полиомиелитом, со столбняком. Уменьшилось количество больных туберкулезом, вирусным гепатитом В. Благодаря вакцинации у людей вырабатывается пассивный поствакцинальный иммунитет, который всегда спасает при заражении этими инфекциями. Поэтому прошу населения страны, люди, не бойтесь вакцин.